Дальше у меня вот тут два вот таких синхровитала. Один семерка, второй четверка. Почему четверка у меня есть на постоянке? Мой желчный изначально в детстве у него был загиб какой-то желчного. Я не помню вот этот диагноз, давно было загиб. И желчь оттуда плохо выходила. В связи с этим там начали образовываться камни. Логично, да? И когда у вас плохо работает желчный, либо у вас застой желчи, я сегодня целую вам статью сюда пришлю на эту тему, что происходит? Начинают появляться опухоли в теле. Представляете? Трэш. То есть папилломы, миомы, кисты и всякие новообразования, в том числе, между прочим, и злокачественные, как раз не идут отсюда, потому что плохо работает желчный. Либо желчь густая. Короче, желчь не отрабатывает все свои функции. Вот мне на постоянке. Здесь две капсулы. Одна для утра, вторая для вечера. В одной упаковке.